Ну и Сергей Плотников, как всегда, в центре всех, я бы сказал, конфликтных эпизодов, что тоже важно. В итоге три отрезка, которые дальше провели очень довольно-таки успешно в зоне канадцев, они дают возможность канадцам нарушать правила, потому что они уже не справляются. Дело в том, что когда ты проводишь очень много времени в своей зоне, ты теряешь своего оппонента и иногда начинаешь грубить. То, что сейчас и происходит, в том, что канадцы начинают слегка, скажем, сдавать, вот, и это ведет к тому, что наши ребята получают преимущество 55-4 на численное преимущество нашей команды. И вот пару минут это очень важно. Опять-таки сейчас ключевой момент вбрасывания. На вбрасывание по-прежнему Калинин, Ковальчук, Плотников, Максим Шалунов и Вячеслав Плотников. Проиграл Калинин, к сожалению, вбрасывание. Выходит шайба из зоны. Да, тем более вам как центр форварда, да, это тем более, да. Вы понимаете, никто знает, дело в том, что 20-25 секунд уходит на то, чтобы войти в зону сейчас после этого проигранного вбрасывания. Да, и то это еще в лучшем случае, если в лучшем случае, да. Плотников оставил шайбу Ковальчуку. Ковальчук не совсем точная передача, но тем не менее сумеет тут Калинин с Плотниковым шайбу отвоевать. Нет, не сумели. В итоге как раз то, о чем вы говорили. Да, пока в зону, закрепиться не удается. Снова Ковальчук. Плотников ищет варианты, находит защитника Войнова. Снова Плотников. И дальше через борт успеет сыграть Калинин? Нет, не успевает. Вновь борьба у борта. И вновь шайба приходит к канадцам. Но нет, Плотников молодец. Здесь доработал клюшкой. Продолжается борьба в зоне канадцев. К сожалению, пока. Но вот только теперь шайба доходит до Ковальчука. Калинин. Ну, а здесь уже успеет Воинов? Нет, не успевает закрыть зону. Успевает только сохранить шайбу для сборной России. Нельзя входить в зону. Да, нельзя. Не покинул еще... пределы площадки Калинин, поехал меняться, в итоге получилось положение вне игры. Ну вот есть персональные поклонники Ковальчука, и видно, что сам Ковальчук пока своей игрой недоволен. Ну, в общем, наверное, снайпер такого уровня, конечно, должен забивать. Про себя это знает, как никто, капитан сборной России. Особенно, когда 5-4, да, когда у нас есть все-таки лишний игрок, и здесь, естественно, его бросок очень необходим нашей команде, чтобы... для взятия ворот. Нестеров. Без скорости пока нападающий. Надо вернуться назад. Гузев ошибается, но не фатально. Нестеров. Гусев. Один из самых техничных игроков в нашем составе. Вот сейчас расчет его переводит шайбу на Григоренко. Нестеров. Капризов. Нет, это Гусев, прошу прощения, Григоренко, Капризов на пятачке. Да, подбирается там, открывается для броска. Гусев тоже одно неточное движение, и тут же канадцы шайбу перехватывают. И в итоге, так и не создав момент, мы возвращаемся с шайбой в свою зону. А в это время уже в полном составе сборной Канады не удается пока сборной России. Давайте признаем, игра в большинстве. Вот именно в этом компоненте, пока, имея на игрока больше, мы... практически ничего не создали. В равных составах сборная России создает больше. Нестеров. Передача на Марченко. Марченко вбрасывает шайбу в зону. Ну и канадцы теперь уже переходят в свою атаку. И бросок опять, не раздумывая, рикошет, и шайба уходит за пределы площадки. Вбрасывание. Хочу добавить по игре в большинстве то, что мы практически очень мало бросаем. Даже вот при той плотной игре, которая сейчас есть со стороны канадцев, даже 4-5, я думаю, что есть смысл какие-то, допустим, варианты поменять, потому что очень важно иметь защитника, который может быстро бросить шайбу в сторону ворот. И важно иметь нападающего, который будет закрывать вратаря, потому что пока мы этого не видим. Да, вот ровно таким образом мы забили шведом как раз, когда Войнов бросил, а Калинин поставил пюшку, находясь перед вратарем. Бросок в ближний угол. Уже канадцы в атаке. Здесь хорошо мы справились. Широков. Такой прессинг двумя хоккеистами. Вот есть свободный лед от Кафизулина. Подключается он к атаке и бросает. Кафизулин попадает в игрока. И теперь уже канадцы в своей атаке. Здесь 3-3, но наши успевают вернуться. И смена идет. Бросок поворотом в ближний угол. И Кошечкин шайбу прижимает. Ну, здесь... естественно, что Эллисона сразу же от вратаря отделили наши защитники.
Канадцы бросают не раздумывая, да. То есть практически вот вход в зону бросок, да, если нет явного адресата для передачи. Ну, практически да, если они входят в зону, у них есть два приема. Сегодня современный хоккей располагает, если ты, допустим, не можешь забить с острого угла, то бросок делается специально в щите вратаря на добивание. Поэтому сейчас Эллисон, по большому счету, пытался это сделать. Но так как он играет вместе с Кошечкой в одной команде, то он, кто-то его знал. Вот, и он принял шайбу как раз именно, чтобы не было этого добивания. Сергей Андронов на точке бросания. Линден Вейн. Против него выиграем вбрасывание. И даже здесь Андронов сумеет он опустить шайбу вниз. Нет, не получилось. Снова канадцы выбрасывают ее. И тут же идут прессинговать наших защитников. Но вот сейчас нет, не удастся убежать Андронову. Борьба опять в углу площадки. Очень много борьбы. Очень вязкий хоккей. И я бы даже в каком-то смысле, даже не до конца похожий на самих канадцев. Очень много такой вот вязкой, тяжелой борьбы по бортам. Очень консервативный хоккей, да, на самом деле, потому что канадцы понимают, что команда России очень сильная, очень техничная, поэтому практически у них есть только шанс побороться, если играть плотно. Нельзя давать пространство, да? Да, по всему полю, потому что, посмотрите, практически идет игра 5 на 5 глубоко в зоне обороны, в зоне атаки. И количество бросков минимально для такого матча. Да, 3-7 по первому периоду, конечно, это очень мало. И опять вбрасывают канадцы шайбу в зону. Здесь первым должен быть Гавриков. Да, ставит спину. Но проигрывает в конечном итоге единоборство. Продолжает борьбу теперь за воротами. Здесь внимателен Яковлев. Не дает шайбе выйти на пятачок. Тинхаймер. И теперь уже наши отжимают канадцев к бортам. И опять тоже бросков нет. Есть движение в зоне. Ну и в итоге шайба приходит к Кошечкину. Да, будет вбрасывание и будет смена состава. И даже будет еще и пауза на рекламу очень скоро. Дамы и господа, прошу всех встать. Гимн. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милей всех на свете, королева красоты. Аня, выходи за меня. Да. Планируешь сделать ей предложение? На сайте она сказала да.ру. Поделись идеей, как сделать это необычно. И выиграй кольцо с бриллиантом от крупнейшей в мире алмазодобывающей компании «Алроса». Идеальный рецепт новых ощущений. Еще больше эмоций, острых моментов и побед с любимой командой. Болеем за нашу сборную. Вместе. Лига Ставок. Официальная букмекерская компания сборной России по хоккею. Шесть минут 54 секунды остается до завершения второго периода матча сборных команд России и Канады. 0-0. Такой, я бы сказал, даже несколько необычный счет для этого уже отрезка игры в исполнении России и Канады. Очень плотная, очень внимательная с обеих сторон игра, очень принципиальная. И нерв этой игры, безусловно, ощущается. Единственное, чего нам пока не хватает, это заброшенный шайб в исполнении сборной России. Вот сейчас передача. Плотников успеет убежать. Хватит времени. Да, успевает. Но, к сожалению, бросить не получилось. Чуть-чуть не хватило дистанции Плотников для того, чтобы совсем уже уйти от Криса Ли. Нестеров. Калинин за воротами. Ковальчук. Марченко, и теперь же Ковальчук вступает в борьбу. Сетует Ковальчук на его взгляд. Неправильные действия канадца против него, но тем не менее, судьи матч не останавливают. Продолжается игра. Широков. Бросок по воротам. Нет, это Гусев, прошу прощения, бросал. И шайбу вратаря.
очень мало пространства в сегодняшнем матче. Я очень удивлен тем, что канадцы играют очень грамотно, то есть практически без права на ошибку. Я думаю, что это была тренерская установка, потому что центральный нападающий канадской команды всегда играет треугольники своими защитниками. Получается, лишает наших форвардов, нападающих на пространство, чтобы создать момент голевой. Это удивительно, насколько канадцы играют не в своем стиле, скажем так. То есть под соперника играют? Под соперника играют, да. Чисто играют, скажем, на результат. До конца они будут выдерживать этот темп, до конца будут играть строго в обороне, иначе дай своего шанс для того, чтобы убежать в контратаку, забить гол. Вот такая тактика. Нашим ребятам тоже очень сложно, потому что, по большому счету, здесь нет, так скажем, такого открытого хоккея, который, в принципе, люди, которые смотрят хоккей Канада, Россия, ожидают именно вот такого быстрого атакующего хоккея. К сожалению, пока идет такая, скажем, шахматная партия, до сих пор она разыгрывается. Ну, это такая своеобразная тоже репетиция для канадцев. Абсолютно, это да, это... По большому счету, это очень важно, иметь именно такой матч, зная, насколько сложно будет в Корее. Дима Броскат сейчас кошечный парирует, непростых очень. Да, и действительно, нет пространства. Шелунов сейчас входит в зону, и тут же рядом с ним находится Эллиот. Надо отбирать шайбу, надо опять выигрывать силовую борьбу. Очень энергоемкий хоккей с обеих сторон. Вот сейчас Капризов сразу простреливает рикошет, и Стивенс не сразу видит шайбу, но в конечном итоге прижимает ее ко льду. И еще одно вбрасывание у ворот сборной Канады. Что бы вы в данной ситуации, это вот как такую тактическую модель, как ее преодолеть? Что здесь можно придумать еще для того, чтобы изменить ситуацию? Вы знаете, я думаю, что здесь... Индивидуально нет, здесь не пройдет. Это командная игра, во-первых, против канадцев, они очень хорошо обученные ребята. Вот, здесь необходимы, мне кажется, скоростные качества и короткий быстрый пас для того, чтобы можно было запутывать канадцев. Пока мы не видим передачу, вот, и следующий пас идет либо в зону вброс, идет на позиционной атаке. Селевич оставляет.